Блять, автобус какой-то гандон! Жуйтюк, с тобой Глюк, а также Сорс и Дизов. Всем здорово. Ребятки, мы тут собрали стенку на стенку, а стеночка на самом деле не для меня. Она для Соды, для Джо. А посмотрите налево. Да, я вижу, там и направо, и налево. И для Дизов. Ну все, Дизов есть, значит, мне можно тоже играть. Все. Погнали. Больно так. Подожди. А это восьмерочка, ты смотри. Ой, как оно страшно выглядит. Ой, я там бустер еще. Ага, на перекрестке бустер, а потом стоппер, а потом опять бустер, наверное. Слушай, ну это правда больно сейчас будет, по-моему. Да, тут тихо, надо тихо, как-то тихо. Вытянуть, пока людей нету. О, а ты тоже, да, подождал? А это ты белый, что ли? Слушай, нет, я черный. А что оно такое, вот немножко говнистое? Какое? Ланин? Что ты, про что? Про дорогу эту. Она потирается на этот буст. Не дай бог, там будет что-то овощное, это будет же кошмар. О, это больно. Ой, на утюге сейчас ехать. А сколько чеков? 17 всего. Чуть-чуть. Ну, хотя бы не 30, ребят. Да, здорово. Надо быть оптимистами в этом случае, если честно. А, мы все умрем! Ура! Да! Круто! У меня запас горит, я люблю, когда горит жоп. Ля, а чё у меня аватарка такая страшная, не понял. Просто пиксельная. Там зубы такие кривые. Это такой пикселяр. Ужас. Блин, а назад потибас. Ты еще не рад, что у тебя аватарки твои рисуют? У меня тут вообще аватарки, чтобы дождали, чтобы кто-то нарисовал мою аватарку здесь. Это большое счастье. Смотри, если мы побреем аватарку Джо, в теории. Да, может получиться Глюк, да? Ну, кстати, да, по идее. Ребята, у кого есть бритва? У меня щипчики есть. Хотя зря я это сказал, у Джо все-таки в бэхе багажник он большой. Как бы. Ты поместишься два раза, да. Ну, а по частям так все четыре. А куда ты собрался выезжать? В багажнике Джо, не знаю. Просто я договорюсь когда-то просто. Не надо меня кусать. Евгений, уходите. Ай, да ёп! Блин, слушай, эти бустеры просто больные. Да, кто придумал это поставить? Ой, вы что, не знаете, не знаю. Нет, оно не тормозит. Запускал ты, поэтому автор должен был знать тоже ты. Я не знаю, он мне прислал просто, я смотрю, вроде карта красивая. А он-то это кто? Подожди, а не в Пеппер ведь? А, я не помню, если честно. Ага, вот так даже автора не помнишь. Не помню. А ты всех авторов помнишь? Конечно. А я нет. Да блин, ну только ты сюда едешь, тут утюг вылетает на бустере. Сюка, вот ехал себе утюг. Вот что ты завернул-то туда? Ну ты мог нормально ехать, объехать с другой стороны. У-у-у. Блять, автобус какой-то гандон! Дизу! Не, нормально, господи, разъехались. Пипер, блядь! Сука! Я понял, значит, не разъехались. Этот утюг едет прям мне в нос. Ты, блин, налево, направо, ты поворачивать прощайте. Умеешь вообще. Я же на бустере лечу тебе в лицо. Господи, какая дичь. Какая дичь, полностью согласен. Какая дичь, какая какой дичь. Какой чек? Третий из 17, вы угораете? Что делают для вас? Что это за карта? Как? Кто это придумал? Ну, там были ребята еще адекватные в то время, когда мы записывали. Вот Вива какой-то дикий, неадекват, и еще там парочка человек есть. Без них проходится намного лучше. Да, еще Сорзон вообще трындец. Половину хочется кихнуть, если честно, людей. Ну, раньше было как-то раньше поинтереснее было лучше. В плане... Не то, что лучше, адекватнее были ребята. Если честно. Да ладно, подожди, я доехал. Аллилуйя! Аллилуйя! Я рампа. Я первый раз на рампе, я никого не хочу сталкивать, серьезно. Я тоже на рампе. Это больное ублюдство какое-то. Ты тоже на рампе? Я на ковше. Да. Вот как только ты прошел, сразу я прошел. Блин, скорая помощь, прости, ну. Ты был возле чека, а мы почти доехали.
Оп, Галинка, поехали со мной. Ой, еще один. А где стоперы? Там же были стоперы. Не поняли. Source? Черепашка вообще на финише? Да ладно, нормально. Извини, у меня не было лучшего варианта. Нормально, 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 все нормально. Это не потебас, здесь не так больно. Пиздец какой. А, ну да, эта штука лучше едет. Но это намного лучше штука едет. Прям в разы. Ага. Изи гонка легкота. Ну, если ты пинаешь всех. Сейчас или что? А, нет, ну ты же понимаешь, как это работает. Они же типа изи. Не пинают других людей. Они пинают только тех, кого знают. А мы как бы... В смысле у не него хочу финиш? Лукавить, но мы типа... Нас знают эти люди. Они же все-таки наши друзья и так далее. И они специально пинают. И не только друзья, еще и за бандитов чьи-то. Ну это черепашка. Черепашки, значит, легко, ну-ну. Автобус, больная херь. Это да. Я перевернулся на автобус. Арабская вздрочь. Что? И мерзкая ночь, да? Ну, если арабская, ну, наверное, да. Это будет... Его да не стопит стопер? Почти. Этот автобус, он типа выезжает такой, ему плевать на стоперы. Дизофик, привет. Не бей меня. Да я и не хотел. Не делай мне бэнг-бэнг. Мне не интересен. Спасибо. Первый раз радуюсь, что я никого не интересую. Так, господи, за один раз еду, у меня стоперы не останавливают. Второй раз меня сзади пинают. Какая бесячая дичь. Ярям-парям-парям-па, я крякну любого из вас. Простите! Глюк. Я еду. Спасибо. Я тебя только что мог спнуть запросто. Ты красавчик. Ты просто красавчик, я тебя целовать хочу. Не надо меня целовать, я микробик. С мужиками и бородатыми не целуюсь! А не бородатыми. Господи. Ну, Дизов, все тоже борода есть, так что все. Да ты меня не интересуешь, но все-таки интересно. Вдруг у тебя там... есть борода, я скажу тебе нет. Я понял, как это работает. Значит, сбривать ее не буду. Хорошо. Просто обычно у девушек бороды нет? Да. Ну, в основном, да. Мы точно в одном веке живем. Понимаешь, обычно у девушек есть подбородок, но бороды нет. Вот у них там беседы, значит, задушевные, про бороды, про все. Я просто сгораю, не могу, мне убить каждого хочется на этой стенке. Глюк, у тебя тоже у девушек нет бороды? Нету. Откуда у моих девушек бороды? Да не у твоих девушек, просто у девушек. Да нет, я не видел у девушек бород. Я видел только у одного трансвестита. А вот у этой, которая выступала на Евровидении, это она или это он? Трансвестита, я просто... Честно, да, это он? Или она? Он, по-моему. Он, я это не называл. Я просто реально я путаюсь. Это... Я сам не понимаю. Он сам определился, или она. Кто в он? Принципе, но я не да. хочу, да, не говорить, короче. Кем он хочет быть, пускай тем и будет. Или она. Короче, а он, но он, я не знаю, как его ищем. Он. Да, боже! Ты знаешь, что как минимум определений себя как пола аж 5 штук я только начитался, а сколько есть еще тех, которых я не знаю? По-моему, по мире всего около 50 вариантов. Хотя, в принципе, ну, пол всего бинарный, но многие люди отказываются от бинарности. Ну, как бы, есть еще атакующий боевой вертолет, как бы. Ну гендер. Да. Это у нас тут такой, я помню. Да. Вообще-то он говорил, что он интер, что-то там, айшкота там 8-го поколения. А я думал, по биологии всего 2 есть. Ну, я тоже ну ладно. Не, иногда бывает, что... Видимо, наука не так сильна, да? Я недавно узнал, что у Каал 2 члена. Что? Я офигел. Серьезно. Зачем? Запасной? Я не знаю, но я просто... Ну, раз такая пьянка пошла, то я знаю, что у ОС в 2 раза больше, чем... Ну, чем ОСА. В смысле, раз по размеру? Да. Ну я тоже знаю, что у гориллы в 2 раза больше, чем у меня. Я не удивлен, блин. Он имеет в виду, что общий размер осы да. в 2 раза меньше, чем нужно. Там, короче, палка такая больше, чем оса в 2 раза. А знаешь почему? Потому что нужно жалить. Нет, господи, это потому что... Аккуратно приходится ехать. Надо пробивать скорлупу им и доставать до этих маленьких самок, которые Серьезно? Еще не родились. Да. Короче, самки рождаются, и они уже беременны. А прикинь, как им маме в глаза смотреть.
Осы педофилы, спасайтесь, Блэд. С точки зрения науса. А там какие-то, да, определенно, это не все осы, а какая-то подвид, что ли, так. Вот у них все так. Угарно, да? Я угорал, когда узнал, что ты рождаешься, и она, ну, типа, да, ты уже беременная. Типа такая, а чё, а как, а в смысле? А когда? А с кем? А свадьба была? А ты знаешь, как проснулась после вечеринки на выпускного, что? А у тебя осёнок, там, не знаю, темнокожий, да? Да, осёнок темнокожий. Из другого улья. Знаешь, есть вариант, только такой, мне кажется, подождать, пока большая часть пройдет до финиша. Нет. И тогда уже будет спокойно, можно будет ехать. И некоторые стенки я так прохожу, которые вот настолько жопные. Нет, я исправлюсь, я искуплю свою вину. Мне нужны дать рампу, и я должен тебя пропустить. Купи мне вина, ты искупишь свою вину. Точно? Да. Купи ему вино, и твоя вина будет прощена. При следующей встрече куплю тебе вина за столь подлое совершение. За 100 рублей. Кстати, бывает вино за 100 рублей? Интересно. Да, бывает. Это что такое? В пакете, в этом, в тетрапаке. На самом деле, эта тачка просто очень быстрая, поэтому я решил все-таки подопнуть. Мы и так резко видимся с тобою. Резко? Но она очень быстрая, на самом деле, реально. Резко видимся с тобою. Там уже целая толпа на финише стоит. Ну, логично, они попроходили, они всех попинали, им нормально. Четыре тачки уже финишировали, считай. Охренеть. Дизел, да. Вот ты какой? Не, я 5-6 уже. А ты, Сорс? 15-й. Ты, короче, прямо за мной. Ну, я взял чек. А я нет. Я еду дальше на этой дичи. У меня были шансы когда-то. Я доехал почти. Встретил Гелендваген черный. Пацаны такие остановились, а я слышу, что. И... Но тебя же гелик этот не выпнул. А, то есть ты меня не выпнул, да? Я в тебя не врезался, не улетел. А, ну это ты тогда. А тогда, когда я в тебя врезался, я тебя не выпнул. Врезался. Я потом в тебя. Ну а выпнул. Это уже твоя вина. Это ты. А нефиг в гелик врезаться, вот реально. Ну вообще-то в реальной жизни тоже. Если ты врезаешься в гелик, то приятного от этого мало. Ну поэтому я и говорю, не стоит врезаться в гелик. Я скинул этот броневичок, хорош. Неужели жизнь налаживается, ребят? Нет. Нет. Точно? Уверен. Я так надеялся. Это что за езда такая? Просто поезда какая-то. Это же невозможно. Это больно. 27 минут страдания, мучения, боли, агонии, петрушки, в конце концов. Все же ненавидят петрушку. Я, например, ненавижу брокколи. Я не люблю петрушку. Я не люблю петрушку. Так что это 27 брокколи. Минут петрушки. Ой, да, понимаю тебя. Ты тоже не любишь петрушку? Как это? Автобус! Чтоб тебя, понимаешь ли, возили в Магадан бесплатно. Бедный Сорзи. А что там про Севу, да, пишут? Да. Пидевка. Только доехал. Так, ну форсажка, кстати, хорошо вообще оттормаживается. Привет! Здорово! Как там? Да что вы все вместе? Что вы тут делаете? Я стою, я не двигаюсь, чтобы ты не упал, друг мой. Господи, что это было сейчас вообще? Все, я тебя один раз сопнул, мне хватило, я больше не хочу. Так, я жопой поехал, чтобы меня даже не бустануло. От греха подальше, все, нормально. Прекрасно. Утюг! Серьезно, утюг? Все, помнишь, я хотел исправиться, глючок? Помнишь, поехали за мной? Да? Поехали! Нет, ты должен ехать за мной, я тебя должен провести, ты понял? Ну, вези. Где ты? Где ты? Я за тобой еду. Отлично, все, поехали, я всех пропну ради тебя. Глюк, помнишь эту машинку спортивную, такую под старину, да? Но... Степпер ехал по соседней дороге. Угадай, что случилось? Вы врезались одновременно, да? Ну чё, Глюк, успеваешь? Нет. Жду тебя. Едешь? Еду. Отлично. Смотри, спасу. Как? Я кривой. Я обворачивался рядом с этой, с рампой. С рампой? Обруливал её и... А зачем ты с рампами обжимаешься?
Я готов тебе помогать. Я обруливал ее. Я должен миссию эту выполнить. Да я думаю, я проеду и так, и без твоей помощи. Нет, я должен миссию выполнить помощи. Господи, страшно, как без зов. Второй раз рампу дают. А, тут рампы стоят в ряд. Так, глючок. Все, езжай, езжай, проезжай. Я держу всех. Никто не пройдет здесь. Мой дизов охранник. Ага. Это я исправляюсь, глюк. Мне так стыдно за то, что я сделал. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Господи, этот Вавис или как его там, блин, какой-то злой прям. Он да, он тот еще неприятный тип. Живой? Да, я живой, все нормально. Ну, на скорой нормально, она же вообще... Знаешь, у меня давай, вот давай, есть давай. Знакомый, который говорит, что контрацептив некачественно зашили. Я тебя спасу, я тебя от пипера спасу, давай, проезжай, пока он в полете. Еть! А он упал. Нормально, они не стали забирать. Вот от галинки спасу. О, вот это сейчас, кстати, можно вопрос? Вива, с какого тут делаешь? Объясни мне, пожалуйста, рампа ты. Я ты прошел? Нормально, жизнь, все. Да, я танко. Ну вот и все, я это грех свой загладил, рампа, да, надеюсь? Да, загладил ты свой грех, хорошо. Отлично, я счастлив. Будешь знать, как брыкаться, пес. Одизов на рампе. Я уже прошел, да. Просто катаюсь, я по приколу. Ну я помогал человеку, теперь я просто смотрю на людей. Да, люди. Люди. Такие люди, люди как люди. Люди как люди. Они как мармоки. Мармоки? Не знаю. Ну, одинокие мармоки рифмуются. Ща рванут. О, хорош, рванул. А я что на жерампе. Полчаса стенки. И что-то не слушай, горит. Ну какое горело было в начале, это пипец еще. А ты до сих пор на этой штуке, да, Сорс? Не на жерампе уже. Ну хоть что-то уже. А я улетаю на жерампе, да. Дизофик такой смотрит с высока вот этого финишного места такой. А я просто этот вот смотрю, как ко мне все прилипли. Зачем к тебе прилипли? Не знаю. Они все. Ну, он липкий, видимо. Знаешь, я щеляденький просто, пацаны. Вот ко мне и липнут. Ты липкий. Нет, я щеляденький. Одно другому не мешает. Кстати, ты знаешь, что муравьи кисленькие? Нет, я их не пробовал. А знаешь, какая часть муравьей кисленькая? Наверное, жопа. Я прав, да? Ну да. Ну вот видишь. Знаток муравьиных жоп. Ну вообще-то я просто книжки читаю. Иногда. Или муравьев ешь. Нет, книжки. Сорс, признайся всем, ты муравьед? Это ты все лицо скрываешь, может ты муравьед? Вот у нас есть медоед, а есть муравьед, да? Да, была бы хорошая компания. Нет, не очень. Понимаешь, у медоеда есть суперспособность. Какая? А у муравьеда нет? Нет, от этих, от змей не умирать. А, ну да. Да ему же на все насрать, да, он такой. Да. Ну, в принципе, и Паша тоже. Ребят, это была, наверное, самая геморройная стенка за... Может, даже за все время, что мы играли. Это кошмар какой-то. 33 минуты ада. Ставьте лайки, заходите на канал моих друзей. Ссылочки на них в описании. Всем удачи, всем пока. Пока. Пока-пока, ребят. Ты подписаться должен на глюк. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Бара 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 бара.